Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала. С вами Даев, и мы продолжаем прохождение моего сценария Lost in Time. В общем, как вы знаете со стрима, я хотел во время закадровой съемки, друзья мои, построить большой себе самолет и пиратствовать и тому подобное. Но из этого рая, как говорится, у меня не вышло ничего, потому что у меня просто банально не хватает на это ресурсов. Икс. Поэтому мы немножко усиляем мою злобную осень. Вот так вот мы ее усиляем. Сейчас мы эту турель все запретим, а то она начнет сейчас у меня тут подживое, по статичным, по ракетам. Вот по ракетам пускай стреляет. Так, движение в режиме ожидания терпеть не могу. Так, сейчас мы тебя покрасим в какой-нибудь зеленый цвет и выкинем. Икс, забираем цвет. Бам, все, встало как надо. Немножко надо здесь заармировать, да? Но у меня с собой нету. В общем, друзья мои, что мне остается? В принципе, из хороших вещей не остается ничего. Вести, если быть точнее. Простите, пятое видео записываю, туплю по-страшному. В общем, здесь я сварил вот такой вот батарея. Сейчас мы распилим вот этот вот реактор. И на его запчасти сделаем себе еще один медпункт, который я буду перевозить с собой, естественно. Потому что машина у меня, как вы знаете, везде не доедет. Ну а для начала мне... Чего я сюда прибегал? Так, это я сделал, это я сделал. Мне нужны малые блоки брони. Притом малые. Много. Все, достаточно. Достаточно. Так. Жало. Опа. В общем, машина не доезжает туда, куда надо. Так, скат брони. Не вижу, как он стоит, пока у нас утро. Вот так вот мы ее немножко заармируем. Красота, красота. Давайте сверху слетаем, туда посмотрим. Не лги мне, женщина. Фью, у тебя критикал. Так, что тут есть? В кокпите у меня тут каждой твари по паре. В принципе, ремонт, ремочка есть. Немножко даже вот есть кислорода зачем-то. Ой, льда. В общем, такое себе. Ладно, возвращаем. Вроде бы всего этого хватит. Так, теперь накормить нашу основную турель. Сварщик, сварщик, сварщик. Какой сварщик, блин? Так, включаем. Проверяем. О, почти самолет полетел. Отстыковываемся. А что у меня белые? Вот, нормально. В общем, стали потяжелее, но... Вроде как летаем. Что-то у меня там поддымливает, вам так не кажется? Что-то дымит. Что-то прям конкретно дымит. А, я теперь на турель приземляюсь. Ну, жоп с ручкой. Ладно, из этого рая, как говорится, не вышло ничего. Сейчас вот сюда пристыкуемся и будем смотреть, что дымит и как это ремонтировать. Давай, 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 давай. Давай, ты уже приземлись поровнее. Теперь у меня дымит еще и коннектор. Красота. Так, что же у меня тут дымит-то? О, паукан. Ни хрена ты там ползаешь. Ай-яй-яй, как я больно настучал своей же турельке. Вау! Красота. Меня не расстреляйте. Сейчас мы по-быстренькому срежем камеру. Скорее всего, за ней конвейер сломан. Какой я догадливый мальчик, а. Ну, прям гений талий. Вот это надо отчинивать и ставить глазку на место. Тихо. Все. Дымить, в принципе, ничего не должно. Немножко компонент решетки еще с собой возьмем. И, естественно, не влезет. Естественно, пу. Хорошо. Я бы даже сказал волшебно. Не лги. Текс. Ой, как тяжело-то по столько видео в день записывать, но на неделю вперед. Пытаемся. Все, волшебно. Так, теперь делаем то, что мы задумали. А задумали мы срезать большой реактор. Здесь зарядилось. Насколько зарядилось? Полностью заряд через 4 минуты. Да хрен на тебе.
Макс заряд, а у меня потребление заряд 2 мегаватта. Все, устраивает. Текс. Давайте делать, что хотим. Так, малый реактор. Забираем у него весь ураний. Чугуний. Делаем ему обрезание. Бом мне на уши. Ураний. Так, скидываем сюда все. Теперь берем вот эти вот 100 компонентов реактора. И по 50, наверное, переделываем. Потому что у меня просто физически нет серебра. Хрена лысого. Я тебя понял. Угу. Я только что уничтожил свою конвейерную систему. Но не суть. Конвейер мы как-нибудь вернем. Так, 100. 100 мне не надо, но там 1 к 3 идет на разборочку. Поэтому, друзья мои, будем это все разбирать. Где ты, сволочь? Как же криво все это сделано. Вот я не могу сделать вот отсюда вот пикнуть, чтобы оно сразу же разбирать начало. Компоненты детектора могу долбиться в глаза. Чем, в принципе, и занимаюсь. Серебра совершенно нет, вот он. Давайте 50 пока разберем, а там посмотрим. Может быть, и не надо будет все. Мне кажется, достаточно. Так, сборка. Поехали. Мне 2 есть, значит, нужно 13. 10. Ух, япона мать, много. Все, кончились. Нет, значит, все-таки надо разбирать полностью, друзья мои. К превеликому сожалению, придется разобрать полностью. В противном случае мне не хватит медицинских компонентов. Вот так вот мы. На безрыбе, как говорится, сам раком станешь. Так, пока она занимается этим неблагодарным делом, я сейчас соберу то, что мне нужно. Мне нужно... Ах, не все мне надо разбирать-то, жопа. Стоп. Ай-я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 й. Фу, блин. Все разобрал. Молодец, 9 компонентов. Ладно, если что, в обратную. Ничего же не теряем, правильно, друзья мои? Правильно. 15 есть. И теперь... Обратно собираем. Туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. В общем, малый реактор мне все равно делать надо. Текс. Хорош. Угу. Отсюда нельзя забрать. Привет, спейс-инженеры. Такс. Все вот это забираем. Уносим в наш корабль. В наше жало. А ты же здесь уже. В жало. Так, теперь думаем, что мне нужно будет для того, чтобы строить себе небольшой форпост. Забираем все запчасти на медпункт. Easy Inventory называется данная модификация. Закидываем в кокпит. Есть. Дальше мне нужно будет пару блоков. Ну, там железку у меня хватает. Эх, меня залагало-то. Отпусти, чуть трава. Да япона мать, что там рисается-то, наверное, какой-нибудь опять... Великий голландец, блин. Так. Вон, смотрите, как и колбасень зарисалась. Япона, твою мать. Вот это ты большая. Но она меня высушит, выстирает и, как говорится, еще что-нибудь со мной сделает. Дальше мне нужен улучшенный ротор. Улучшенный ротор. В ротор меня полностью. Так, вот он. Забираем запчасти на улучшенный ротор. На пару улучшенных роторов. И теперь на малый реактор забираем отсюда. Малый реактор. Вот так. Им и запитаемся. Так. Компьютер. Понятно, мотор. Понятно. Так, отсюда. Компоненты реактора. А, он на большой берет. Ну и дурак. Да блин, отстань. Так, все. Набрали 3 нужно этих. Ну, у меня дохрена этих компонентов-то. Все, достаточно. На малые хватит. Скидываемся. Хрена ты у меня тут летаешь. Так, инфа. Врагов. Посмотрим, кто это. Кто там был? Мои запчасти летают. Чё-то он далековато. Большой... Член летит. А, я выключил. Жоп с ручкой. Карго, миссл, НАТО.
У меня есть приближение на этой камере, на этой турели, поэтому приблизимся. Видите, сколько красного всего нарисовалось? Прям воюй, не хочу, не хочу, воюй. Текс, дай-ка я хоть на тебя посмотрю. Япона, мать, вот эта лодка. Пиу! Падай на меня, мне нужны твои трастеры. Но вот это вот все это турели, блин, друзья мои, это нам будет больно и счастливо. В общем, пускай пролетает мимо. Поблизости, вот, Tempa Repair Station упал в 5 километрах, хайкор какой-то, потом мне туда, 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 туда. В общем, если мы увидим что-нибудь особо злобное, иди отсюда. Если мы увидим особо злобное что-либо, мы, естественно, сразу же приземляемся и начинаем себе сваривать такую классную вещь, как медицинский центр. Чтобы нам, по крайней мере, не бегать, не рисаться. Надо, знаете, что еще взять? Немножко с собой патронов. У нас как раз рассвет. Эк, я яйцами-то зацепился-то. Больно. Так, где-то их тут было прям немерено. У меня есть ракеты, но нет ракетницы. Хотя можно на машину поставить, но это такое себе. Так, неужто они у меня здесь? Вы здесь? Здесь. Так, то и запчасти на большую турель, на всякий случай. Форпост будет защищен. Видите, как я все продумал? Угадайте, в каком помещении приходят хорошие мысли. Правильно, друзья мои. Вы угадали. Так, все скидываем и летим. Ну, скинься. Что ты делаешь? Скинься полностью. Че, почему ты не хочешь кинуть? А, место кончилось. Мест нет. Нет. Сюда. И тут место кончилось. Ладно, в зубах буду носить. Не вопрос. Так, надо подсосаться, заправиться. А то эта дура лысая меня об землю бьет. Текс. Прошло сохранение. Видите, как все шикарно. В 3 километрах от меня карга Free Package. Но, в принципе, это все поблизости. Будем надеяться, что это не очень сильно все больно кусается. Так, заправляемся. Это забираю, сейчас я еще проверю свою блохохуху на наличие всякого ненужного мне хлама. Так, компоненты реактора есть, это есть, 200 в коннекторе, блин, этих, ну куда столько, ну не надо столько, фу. 150, по-моему, на малый реактор вообще там писечка нужна. Сейчас я это и проверю, 9, на малый реактор вообще 3 надо. А я их ношу с собой. Фу, таким быть. Ну-ка, отдай. Все, этому дала, этому дала, этому дала, да? Это сорока ворона. Так. Так, это сюда. Все остальное складываем обратно. Видали, какой я великий? Великий комбинатор, блин. Так, где мои все патроны? Все патроны. Пулемет Гатлинга, пулемет, 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 пулемет. Турель. Турель тоже взяла патронки. Вот это вот что-то мало, но тем не менее, все шикарно. Что-то у меня совсем с ума сходит эта фигня. Ну что, друзья мои, в принципе, можем лететь. Летим, летим. Буковку Пи. Это вот паучок сидит под турелью. Турель в него стреляет, а паучок... Какой же я, блин, тяжелый. Надо это учитывать. Теперь мы фракции... Так, дистанция отображения своих антенн. Нахрен так сильно не надо. Антенны врагов тоже километра 3,5 достаточно, а то их слишком много на экране. Вначале мы полетим туда. Ё-моё. Тяжело-то, шапка Мономахович. Что-то еще поддымливает. Что-то поддымливает. Так, теперь вытаскиваем вот эту турель. Но это такое себе удовольствие управлять. Текс. А, ну правильно, она же кверхногамная. Но, по крайней мере, у меня появилась камера, которая смотрит. И, естественно, включить-выключить, чтобы оно не занималось мне тут супер-некрофилией. Хорошо. Один. Все стреляет, все. Смотрите, какая у меня огневая мощь. Обалдеть, не встать. Солнце встает. Ну что ж, полетели, друзья мои. Мне бы еще, конечно, пару трастеров на тягу. Ну вот, в общем, дымит у меня то ли аккумулятор, то ли не аккумулятор. Непонятно. Вроде все ремонтировал, но что-то внутри явно дымит.
Так, надо вытащить себе обзорную камеру. Так, обзор. Циперка 3. Что видим? Кажется, мы что-то похожее уже наблюдали с вами. Так. Все, конечно, хорошо. Я взял все себе и на это, и на то взял. Но у меня места-то свободного теперь нет. Так, выключаем вот эту турель. Если откроет по нам огонь, включим. Как же оно гудит приятно. Главное не забывать, что лимита скорости-то и нету. Страшно. Сам аж писаюсь. Есть тут турель? Вот это вот турель или не турель? Не пойму. Вот трава вырастает. Нет, это, по-моему, нога. А это? То ли турель, то ли не турель. Нет, это явно какая-то головка. Какая-то головка. Хорошо. Мы похожую штуку уже распинывали на стриме, друзья мои. А я что-то ее напугался. И теперь мне ее пилить-то и нечем. Ну ладно, пусть стоит, что. Так, это большой голландец у меня улетел, нет? Летучий-то. Колбасня. Нет, он летает, но я к ней не поднимусь. Что ж, поехали смотреть, что у меня здесь. На точке. Лампочка-дочка. Ой, сосед хоть угомонился. Кайф-то какой. Весь день долбит и долбит. Вау, красота-то какая. То есть подлетаем на километр и где-то строим форпост. На всякий случай, друзья мои. А то ибо грядет. Я лучше потрачу 3 минуты, но, по крайней мере, останусь жив. То есть такая вещь может обороняться чем-то. Я вот так вот слету не вижу, но что-то может быть явно. Так, надо, наверное, с горы на эту штуку залетать. Мужчина или женщина, как там, жало? Какого ты пола, непонятно. Оно у меня боковое торможение не имеет. Ну, гудит как настоящее. В общем, облетаем. Я думаю, вот там вот за горой. И пальцем вам показал на мониторе. Все увидели. Я тоже. Я тоже увидел, друзья мои. Так, тут меня никто не насявкнет. Да вроде как не должен. Километр 40. В принципе, можно даже построить. Совсем. На 800 метров можно построить даже турельку здесь. Вроде никто не рисается. Блин, страшно. Страшно. Так, приземляемся. Дальше пешком. Главное за гору уйти. Посмотрите, что тут нас ждет. Что-нибудь видите? Я вот лично ничего не вижу, кроме что-то дымить там по-страшному. Так. Вот как вот сюда на машине приехать? Так, 800 метров это потолок, да? Вот здесь мы и будем строительство вести. Приземляемся. Аккуратненько заслоняясь вот этой вот колючкой. И по-быстрому строим все, что я задумал. Потому что если убьют, бежать... А, да, у меня же теперь хрен прицепишься из-за этой турели. Ёж, пиздатые. Что же я сделал нехорошее? Так, ладно, я тебя понял. Нога наша встреча была ошибкой. Так, экспресс-методом решения проблем, как мне уже писали. Всем нравится смотреть, как я выхожу из сложных ситуаций. Мне особенно это нравится. Все время придумывать и изгаляться, и выходить из этих ситуаций, друзья мои. Так, ша-си. Ша-иф. Ша я сказал. Си я сказал. Так, это мне надо, 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 это не надо, да? Вам нужна... Нями. Бля... Что же я про вас забыл-то? Жопа, а чё ж моя-то не стреляет? Фух, хоррор. Мне сегодня в 7 Days хоррор мало было.
Да, про паучков я что-то благополучно забыл, друзья мои. О, еще моторчик приехали. Я так скоро на трастер соберу. Компьютеры, 26 компьютеров, это халява. И еще 8 компьютеров. Кстати, модификацию на голд попробовал, но у меня же стоит модификация Grid to Learn. То есть, спили, чтобы выучиться. Там довольно-таки долго и усложняет этот процесс. Отложил кирпичный заводик. В легкую. Так, есть. Это есть. Так, Такс. Ну и начинаем обустраиваться. 700 метров. Здесь будет город. Хрена лысого здесь будет. Так, так, так. Три блока. Притом почему-то больших. Цвет мы выберем, наверное, какой-нибудь зелененький. И потом потеряем это благополучно, да? Нет, давайте какой-нибудь синенький. Синенький небесный. Вот, смотрите, какая красота. Только поярче его сделать. Вот такой голубой. Ах, зачем он голубой? Так-с. Поднимаем Б. Относительно гравитации. А, это и есть относительно гравитации. Так, так. Итак, так, теперь мы на него ставим сразу улучшенный ротор. А я на другую панель не вынесу его. Нет, жоп с ручкой. Так, улучшенный ротор. Такс, пум. Вам нужна стальная пластина. Сейчас это много времени не займет. Зря сюда, конечно. Эх, помахал маме ручкой. Зря его поставил сюда. Его надо было поставить вот сюда. Чтобы его не сносило сразу же. Провариваем по-быстрому. Вы издеваетесь надо мной? Что, у меня проблемы с пластинами? Пожалуйста. Хоть все. Так, головку не надо проваривать. Ай, мне еще и летать нельзя. Вот оно что. Так, большая труба. Смотрите, как у меня. Текс. Так, теперь, наверное, поставлю сюда турель. Мне нужна какая-то кнопочка. На чем у меня есть на небольшом кнопочка? На малой турели, да? Есть кнопочка, это большая турель, пригодится. На ноге нет кнопочки. Давайте на малую турель сделаем. Она нам как раз будет кнопочкой. Так, 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 так. Так. Он на малую берет, вот в чем беда. Так, есть кнопочка. Вот так вот. Малую головку. И теперь на нее хреначим реактор. На который я, естественно же, не взял урана. Ёжик я. Чё, совсем не писечки урана не взял, да? Ну. А, у меня здесь есть уран. Фу. Фу, испугались. Тоже испугался. Три урана мне вполне будет достаточно для всего вот этого удовольствия. Теперь ставим по-человече эту штучку, чтобы было попроще. Так. Компонент решетки. Да не вопрос. Держи 10. Для хорошего человека ничего не жалко. Компонент реактора. А что ж ты не берешь на реактор? На целый ведрище реакторов набрал. Так, включаем, запитываем все это недоразумение. Есть. Это турель у меня. Так, надо ее угомонить-ка. Теперь ставим большую турель. Вот так и живем. Он ее, естественно, на маленькую берет. Эх, инженеры, инженеры. Так, раскривушка. Так. Как говорится, на безрыбье сам раком станешь. Так, запрещаем ей все пока что. Так, по ракетам ладно, по малым ладно, по большим не надо, по живым не надо, по статичным не надо, по нейтральным, ну, тоже не надо. Хотя, если еще раз паучок прибежит, я это... Так, относительно тебя, почему ты не стреляешь у меня, сволочь? В живой силе. Не охраняет. Теперь забираем патроны. Кого бы тут раскулачить-то? Давай тебя 5 патрошков заберем. 8. Фэншуй. И там не фэншуй получилось, ну ладно. Текс, тетя, дядя. Держи. Опа. И по-быстренькому начинаем ей управлять. Текс, управлять.
хрена лысого, потому что у меня ни, ни этого, ни этого нет. Но теперь у меня появился форпост, друзья мои. Теперь мы можем с спокойной душой здесь ставить медпункт. И если меня крякнут, я воскресну. Я как Феникс воскресну. Так, ставится он только раком, да? Ну давайте так, чё, какая мне хрен разница-то. Все хорошо, забираем все на медпункт. Оп. Итого, это у меня заняло 8 минут. Целый форпост, на котором медицинские компоненты. А, я тебя понял. Я тебя понял, оно просто не лезет. Все, жив, цел, орел. Ну что, полетели тогда? Смотреть. Так, тебе надо все включить. Малые блоки мы включили. Так, а по большим будет туда стрелять? Скорее всего, не хватит. А если радиус прибавлю? О, стреляет. Подожди, не стреляй. А то сейчас она нам тут. В общем, в 700 метрах что-то есть. Блин, не видно. Сейчас, под конец серии, мы мою бедную блошечку-то расхреначим. Осюльку мою. Рыбка моя. Я так вот не вижу. Ничего вроде опасного. Ну вы же знаете, это же инженеры. Если что, сразу же вверх. Так, вот это вот не турель? По-моему, турель. Эй. Есть кто живой? Есть. Что-то тут и так все дымится. Япона, мать, что-то я там подзорвал. Ой-ой-ой. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу. Пи-пи-пиу. Ух, страшно. Милый, я горю. Облететь, не облететь. Сейчас вылазишь, а там ракетница. И сразу же станет гейм-овер. Так, давайте вот эту вот антенну выбьем нахрен. Так, и бикон. Вы только посмотрите, как классно. А, она выключена. Включил, не стреляет. Так. Кто над нами кверх ногами? Вот так вот поудобнее даже целится. Так, что видим? Пока что ничего не видим, кроме того, что мы кверх ногами. Это выбили, ладно. Потихонечку подлетаем. Такс. Выбираем нашу турель. Ибо грядет. Есть кто? Буковка Х горит. Блин, так стемнело быстро. Совершенно не вижу, сколько записываю времени. Такс, 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 такс. Сейчас срабатывает таймер, и все взрывается, да? Раз Х, значит, можно приземляться. Джага-джага. Опа, зубы. Здравствуйте. Я ваша тетя. Хотите, я вас починю? Воу-воу-воу. Тек-тек-тек, внутренняя турель. Так, по большим, по малым, если кто прилетит, давайте и по нейтральным, если кто прилетит, пускай меня защищают. Малые трубки не хватает. Ну хрен с тобой. Ну что, пошли. Я тебя понял. Эть-эть-эть. Я уже говорил, что я мод пофиксил. Ну что это за лампа? Ильича. Какую-то лампу Ильича. Пристрелил. Бля. Стяще. В общем, это база на меня. Пукнула. Ну, это, конечно же, был паучок. Ослик, суслик, паукан. Как я не люблю вот так вот. Ходите обязательно где-нибудь что-нибудь. Что такое? А, рефайнери. Мой будущий корабль. И дуговая печка. Ай, доступ запрещен.
командный центр, да? Блин. Так, пилим. Япона, мать. Не влезет. Так, а чего там не хватает? Чего там он у меня напиливает? Пластины. Пластин у меня 13 тысяч. Ае-е-е. Вы знаете, очистительный и дуговая печь. Красота. Так, это ассемблер. Ассемблер я и так знаю. Контейнер. Да подожди ты, женщина. А в нем и нет ни хрена. Так, это выбрасываем. Это тебе ложим. В общем, рефайнери выучили. Продолжаем. Так, аэрлок. Хрена лысого. Понятно, проще блок пилить, чем дверь. Баланс. Баланс тащит. А в прямом смысле аэрлок, кстати. Тут кто-нибудь есть? А тут и нет никого, да? Ладненько. Изучаем дальше. Угловую лампу умею? Вроде умею. Симулятор бомжа. Онлайн без регистрации. Оу, сколько тут мозги. Что-то тут, по-моему, произошло. Кто-то атаковал. Липуки пожрали, пока я тут развлекался с прошлой базой. Что тоже не исключено. Это умею? Нормально тут даже смотреть. Нет, просто это оползень, который вот ополз сюда и повредил. Обалдеть. Чё я, раком что ли? Вставай. Я все улажу. Так, точка. Точка, точка, запятая. Производится срочная эвакуация. Данная планета заражена механической формой жизни. У нас кончается топливо для станции, а также патроны для турели. Ожидается эвакуационный шаттл. Прикольно. Так, архив сообщений для пересылки на орбитальную станцию. Один. Отчет. Так, сейчас я турган с экрана уберу, в смысле свой. Отчет первичной исследовательской группы Альфа. После того, как этот регион космоса снова стал доступен, вся для исследования оказалось, что после этого необходимо редкого явления 12 тысяч лет назад, когда у пульсара XY, когда пульсар коллапсировал и прожег лучом корональные части, туманность. Блин, я уже столько всего позаписывал, что у меня уже крышу рвет, а тут такие гадости написаны. Который впитывал черные дыра, она нора, а после и вовсе ударил в середину эту область. Короче, читайте, друзья мои, это вот у нас описание, однако подробно является источником, весь воду. У, япона, мать. Алифа, ты фантаст. Пиши книжку. Так, где ты тут подпердываешь мне? О, вот она. Инопланетная форма жизни. Одна штука натуральная, лирическая. Ты чего? Ты жив, цел? Эй. Здесь с большими ушами. Тут стекло. Да, стекло. Нет, еще стекает. Фу, блин, что ты меня пугаешь-то? Компьютеры. Так. Это мы читали. Так. Данный отчет ждет шаттла отправки на орбитальную станцию по координатам МГИНА 04, база. Вот это вот мне придется добавлять. Так, инфо GPS, новая home, новая. Это будет орбит, блин. Не лень что-то другое писать. Так, 46. Блин, как же темно. 46 833. Ну, это сотые я обойдусь. 13 6 5 6 3 Е. И буковка Ю. 58 160 160 78 78. Так, что ли? Так, проверяем. 46 833 Е 136 563 Е. Так, 581 60 78. 581 60 78. Да, есть такая буква. Ну-ка.
орбит. 60 километров. Где-то там. Клево. Сколько здесь можно пилить? А как же мне сюда машину-то пригнать? Может быть, и зря я это спилил рефайнере. Ну, хотя мне ее учить. Почему бы и нет? Так, что тут еще у нас вкусного? Это мое. Это мое. Куча кислорода. А мы можем, кстати, кислородиком подсосаться. А вот водородик я зря трачу. Это вот ибо грядет. О, смотри, сколько ферм. Даже работают. Красота. Надо такую антенну был. Вот если сюда стрельнуть, оно упадет. Классно. Так, ну и что? Вот наш орбит. 60 километров. То есть это уже... Это уже космос. Медпункт ДФ, медпункт ДФ и еще один медпункт ДФ. Теперь поняли, для чего я это все делал? Молодцы. Я тоже понял. Отпусти. Так. 700 метров. Хватит мне водород до тут долететь? Вот такое себе. Удовольствие. Я пробегу по максимуму. Естественно. Так, ну что же. У нас есть... Да, в принципе, по-моему, километра 3 я лечу на своем джетпаке. Давайте по-быстренькому долетим до своего трупа бренного. Да, хватит, в теории. Только надо подтормаживать, а то сейчас как? Место смерти. Главное, чтобы мой бренный труп вниз не упал. О, смотрите как. Волшебник, блин. Когда нам сделают кнопочку переместить все? А то это насилование мышки мне... Очень сильно не нравится. Вот такой вот запчасти от моего трупа оставлю. Так, ну и ладно. У меня всего хватает. У нас прошло сохранение. Сейчас достану свой орган. Смотрите, какая антенна. Офигеть, прям лазерная антенна. Кстати, я их умею. Да ладно ты. А что там? О, там эти компоненты. Вообще на сером фоне вообще ни хрена не видно. В общем, компонентов детектор ту его хуча, да? Лети. Где моя сковородка летающая? Единственное, что, конечно, плохо, друзья мои, это то, что данную базу можно спилить, но у меня в моем самолете слишком много места занято. Сейчас мы вот так вот его припаркуем, а аккуратненько, аккуратненько. Видали, голь на выдумке хитра. Что не придумаешь. Вот не сделаю я тот форпост. Надо его сюда будет перенести. Но этим, естественно, я займусь уже за кадром. Сейчас посмотрим, сколько у нас компонентов. Тоже они дефицитные. Колоссально дефицитные. В общем, будем пиратствовать. Скоро, скоро, скоро. Обещаю вам, друзья мои. Ну, присосись уже. Наконец-то, наконец. Наконец-то, наконец. Мы поймали, наконец. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного, будет скоро очень продолжение. Теперь у меня есть из чего добывать всякие вкусняхи. Всем вам огромнейший лайк за просмотр, пишите ваши комментарии, читаю все, отвечаю по мере возможностей. Смотрите и другие мои видео, особенно 7 Days, там вообще классно и клево. Переехал на новый мир, в общем, все супер. Это я тоже буду продолжать и снимать для вас, естественно, интересные проекты. Ну а всем вам повыше FPS, приятных видео, хорошего вечера выходного. Постараюсь залить прямо сегодня. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами, как всегда, Даев. Что же за мод? Отключил 3 мода и теперь у меня, как видите, вот этого вечно шагающего члена нету и адекватно. Держит винтовку, то есть не пропадает с экрана. Прям халява. Опа, все вкусняшку. Easy Inventory называется модификация. Всем пока-пока. А зачем? Это вкусняшка. Пролагнула.